Доброго утра, мальчишки. Гриша чистит арену. Ты возьми куда-нибудь блюдечко. Ага. У нас тут муравьишки, конечно, расплодились прямо это, да? Яиц очень много. Уже И они вот одна, опять уже вторая лутаются. партия. Вот, Да. блядь, новорожденные. Да, вот новорожденные, они такие светленькие, как будто прозрачные. Тут вот много яиц коричневых. Смотрим про гепардов над Geowild. Очень интересно. Что такое? Палец ударил? Иди сюда, я посмотрю. Завтракаем. У нас сегодня гренки. Афония помогал жарить. Все, вытирай слезки. Нам надо либо в кучке все семена, либо их просто убирать в пробирку. Да? Гриш, смотри, чтобы они сейчас не выползли. Ты же все открыл. Вот, блядь, сторожевое. Мы уже повязали. Башка с девушкой домой едут. А мы с Афонькой будем закрывать ворота. У нас опять тучки. С утра было такое солнышко хорошее. А сейчас опять тучи. Вы знаете, и солнце жарит 40, тоже плохо. Но когда вот такие вот тучи находят летом, и ты не знаешь, чего от них ждать. Все, ты выехал, да? Трактор привезли? Да. А как вы его привезли? Да. Дядя привез? Да. Ты помнишь это, да? Да. Ты любишь трактор, да? Да. И машины быстрые? Да. Машины быстрые. И машины быстрые любишь, да? И трактора, да? Да. Дождь начинается, мы быстренько забегаем все под навес, потому что слышно, как будто уже он где-то идет и к нам бежит, да? Заходи, Афонечка. Все птички начинают сразу прятаться. Афонь, заходи. Ну не надо закрывать навес, Гриш. Пусть открыт. Гриша. Уже все, свои арбузики пошли. Ну не свои, но в смысле местные, да? Очень вкуснючие, вообще вкусные. Обожаю вот так вот их резать треугольничками. У нас опять тучи заходят, гром гремит. В общем, опять что-то такое будет. Я сейчас буду закатывать огурчики. Здесь их совсем-совсем немного. Мне даже смешно будет. Одна баночка, наверное. И здесь уже насобирала листиков. Хрен, зонтики укропчика, вишня, черная смородина здесь еще где-то. Вот она. И чесночок. А, и еще же самое главное, бабушкин секрет, это шпарыш для хрустящих, вроде бы для хрустящих огурчиков. Вот эту всю зелень и огурчики сейчас, наверное, в 2-литровую баночку сложу и буду залью кипятком первый раз, потом буду уже делать рассол. Я баночку огурчиков наложила, сейчас жду, когда закипит вода, и будем уже заливать. И поеду Гришу отвезу на тренировку. Гриш сегодня тренировка, которую ведет просто учитель физкультуры, да? И можно к классу приходить 2 раза в неделю, вторник и суббота. Вот Гриша решил сходить. Уже кто-то ходил, да? Роман ходил, да? Роман там, Кирилл. Ну, им понравилось? Ну, они футбол там, всякое такое. Угу. Этот музыкант. Мы с Гришей выехали, тут опять у нас тучи такие набежали, что прям это вообще, мало. Ну просто они прям такие черненькие. Красота! Только вопрос, это какие-то неправильные подсолнухи, почему они сюда смотрят, это солнце вообще там? Я все слила уже кипяток, ну он уже, то есть подостыла банка, да, сюда в кастрюльку добавила воды до того, чтобы было 1,5 литра. Вот с помощью вот такой вот штучки одела все. Вот такая вот крышечка на банку. И слила воду. Сейчас буду готовить рассол. Здесь вот у меня этот кипяток. Сейчас сюда 2 столовые ложки соли. Здесь 1,5 литра воды, 2 столовые ложки соли и столовая ложка сахара. И рюмочка 50 миллилитров уксуса. Еду за Гришкой. Вот сейчас
представляете, до 8, вот получается 6 до 8 занятия. Сейчас он должен меня ждать возле магазина, там возле аптеки где. Тирочка. Нет, ну рассказывай, как ты? Ну, как чё? Твоя тренировка, что делать, в футбол играли? Да, футбол, там баскетбол немного. Да, ну закрывай двери, давай пристегайся. Я думала сходить, это уже комплекс. Зая, поехали. Наши покупки в Магните. Хлеб резанный сразу взяли. Гриша, правда, подовый взял. Ну, неважно, да? Ну, подовый, не нарезной батон. Так, я взяла себе вот такой черненький бородинский. Мне, кстати, он очень понравился. Что еще купили? Сметану. Две сметаны маленьких. Почему-то, когда открываем большую, бывает недоедаем, и она закисает. Поэтому беру две маленьких. Ну, теперь летом, по крайней мере. Не знаю, почему так. Ясно солнышко. У нас завтра, наверное, будет кашка. Что еще? Сливочное масло Афанасий тебе взяла. 82,5 не было, поэтому взяла 72,5. Да, простоквашино дешево. И пакет молока, потому что завтра брать домашнее, но кофе хочется утром выпить с молоком. Сержу не на работу, поэтому взяла пакет. Все, мы спать. Сейчас постелюсь. Обалденно, прикольно спать на простыне с резинкой. Вообще прям супер, ничего нигде не скатывалось. Так что класс.